Название Torrent Compact говорит само за себя. Этот корпус обладает такими ключевыми характеристиками, как два 180-мм вентилятора и агрессивный дизайн передней панели. Передняя панель Torrent Compact имеет агрессивный дизайн, очень напоминающий решетку радиатора суперкара. Выключатель питания на корпусе также придает атмосферу спортивного автомобиля. Его круглая форма в сочетании с передней панелью напоминает кнопку запуска двигателя. Верхние порты ввода-вывода также включают два порта USB 3.0, один порт USB Type-C, переключатель сброса, а также разъемы для микрофона и наушников. Остальная часть верхней панели пуста во многом благодаря расположению блока питания в верхней задней части корпуса, как и у оригинального Torrent. Установка блока питания вверху выглядит немного ретро и упрощает установку, но влияет на охлаждение, а также создает некоторые сложности с прокладкой кабелей. А узнать актуальную стоимость этого корпуса вы сможете, заглянув в описание под видео, там мы оставили ссылки на самые выгодные предложения в интернет-магазинах. Если вы используете видеокарту с тремя вентиляторами, вы сильно рискуете, поскольку корпус поддерживает видеокарты размером до 330 мм с установленными вентиляторами на передней панели. Поскольку у вас нет возможности установить радиатор в верхней части корпуса, вы ограничены непрактичными вариантами монтажа жидкостного охлаждения либо в передней части корпуса, либо в нижней. Torrent Compact технически допускает использование материнских плат E от X. Однако будьте готовы отказаться от некоторых вариантов прокладки кабеля, если вы пойдете этим путем, поскольку платы большего размера в конечном итоге закрывают часть прокладочных втулок. Если вы хотите использовать большую материнскую плату, вам следует выбрать более крупный оригинальный Torrent или другой большой корпус. В области за материнской платой расположено крепление для 3-2,5-дюймовых твердотельных накопителей, а в отсеке блока питания есть место либо для 1-2,5-дюймового накопителя, либо для 1-3,5-дюймового жесткого диска. Боковые панели Torrent Compact удерживаются с помощью магнитов, которые хорошо работают, когда ваша система неподвижна. В отсеке блока питания в верхней части корпуса достаточно места, чтобы скрыть большую часть кабелей. Я проанализировал отзывы реальных покупателей и выделил основные преимущества и недостатки этой модели. Вначале расскажу об отрицательных моментах. Неудобный кабель менеджмент. Цена. А вот что покупатели оценили больше всего. Дизайн. Отличное охлаждение. Магнитные крышки. Хороший комплект поставки. Толстый металл. Пылевые фильтры везде. Установка кулера до 174 мм. Стильный. Тихий. Благодарю за просмотр. Не забывайте, что ваши лайки и комментарии – это лучшая поддержка для нас. Напомню, что ссылки на выгодные предложения о покупке мы оставили в описании под видео. А чтобы не пропустить выход новых видео, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. На этом у меня все. До скорых встреч!